Дорогие друзья, это Клементайн, женщина, которая приняла нас к себе домой 28 лет назад. Господь прикоснулся к ней много лет назад, она из католиков, и потом Господь проговорил за 20 лет до нашего приезда о том, чтобы открыть свой дом для русских из России. И вы знаете, она была удивлена, и через 20 лет она сделана, и сегодня мы праздновали ее 80 лет. Мы очень благодарны Клементайн, что она приняла нас здесь, в Техасе. Спасибо большое. Thank you so much. Это Шерон, которая так же, как Клими, нас встретила и помогла нам очень много, даже когда нам было очень сложно. Особенно люди, которые все это время за нас молились и молятся. Она живет отдельно на большой ферме, 150 гектаров. У нее есть овцы, есть собаки, кошки. И она путешествует. Мы сейчас приехали примерно 2 часа езды от ее дома к Лиме. И до сих пор мы хорошие друзья, и мы поддерживаем друг друга, они за нас молятся. Молятся за вас. Благодарим, Шерон. Я. Yeah.